Доброе утро. И сегодняшний день начинается не с дома, а как мы уже с мальчиками вышли, спешим на автобус. Вот один, вот второй. Где? Потому что утром это было просто нереально нам собраться и снимать. Фу, иначе мы бы никогда не вышли. Так, бежим на автобус и едем в парк Горького. Доброе утро. Скажи, доброе утро. Доброе утро. С буквой Р. Доброе. Доброе утро. Умничка. Доброе утро. Быстро. Забегай. Спасибо. Ой, не-не-не, мне с ней будет наоборот. Не уйду. Можно после парка купить мороженое, да? Нога соскальзывает. Нога соскальзывает. Нет, ногами нельзя. Есть, все есть. Надо вот так, наоборот, подожди, набрать воды. Да, да. Ты готов, Кир? Я вот там за другого человека переживаю, вот того. Этот человек, с которым мы решили прогулять сад. Я вчера говорила, у меня же неделя влогов. Вера сюда уже ездила и неделю назад, даже меньше. Она мне сказала, что-то я не поняла, что он такой маленький. На что я сегодня приехала раньше Веры и сказала, а что он такой маленький. Вот, ажиотаж у этой площадки был сумасшедший. И в целом-то все хорошо, но она действительно какая-то маленькая. И я даже представить себе боюсь, что было в тот день, когда ее открыли, какое количество людей здесь было. Короче, приехать можно, но не прям умереть, какая-то самая лучшая площадка в мире. 8, 9. Гер, ты уверен в себе? Ты уверен в себе? Нормуль. Лет, ну, запас. Я помню, ты при мне бегала, я покупала. А под конец дня мы решили влететь куда-то и посадить себе красивый синяк. Робик в своем репертуаре. На улице в шапке, в куртке, без носочков, да? Давай обуемся, может быть, лучше, а? Нет, не хочу его забирать. А, я на самом деле тут подумала и решила, что, скорее всего, я совмещу один день в два, потому что сегодня мы весь день провели в парке, по сути, ничего вам особо показать нечего. Родительское собрание. Ну, сядешь в коляску? Папа. Сядешь в коляску? Пойдешь к бабушке? Кушать хочешь? А сейчас, как вы поняли, я бегу на родительское собрание, детей завезу бабушкой. И все, на сегодня как бы особо показать нечего. Так что два в одном у нас будет в следующем влоге. Целовать нас не будешь? Опаздываю. Как всегда. Кому-то пока, кому-то привет. У нас на улице такая погода, ребята. Просто нереальный ледяной дождь, стеной, лужа по колено. Сейчас помыла голову, включила Робику Бубу, на чуть-чуть посмотрит мультик. Он вчера первый раз с Германом его увидел. Я собираюсь, у меня очень сегодня насыщенный день. Я сейчас еду на мероприятие. Потом мне нужно сдать справку, получить номер на все-таки мой любимый забег. У нас как-то вся неделя вокруг этого забега крутится. И потом дальше, ну, дальше увидите, что будет, чтобы много не наговаривать. Я во время бега убила себе губы в хлам. Я, видать, бегу и нализываю. Ужас.
вот это вот все потом покроется красиво-красиво желтыми листочками. Мы едем по Рублевке, и на Рублевке все время этот кусочек в районе 7-6 километров очень красивый. Я не сказала, куда мы едем. Мы едем на мероприятие от ЦРБ в СПА. И было сказано взять купальники, еще что-то, но вы слышите мой нос? Нет, я не буду рисковать, поэтому мы едем с Катей, по-моему, покушать. Да. Мы как будто в аквариуме с тобой сидим, заметила? Можно какую-нибудь картинку ключей добавить между нами, ну что-то такое. Все, получили подарки, теперь мы мчим, знаете, куда с вами? Получать номер. Номер на гонку на субботу. Смотри, Катя, ты снимаешь, а я типа ухожу. И такое тоже бывает. Клац, клац. Клац, клац. У тебя батарейка, что ли, села? Да. Мы вскрыли машину, едем. Представляете? Мы едем. Угнали, да? Нет, это на самом деле ужасно. Батарейка садится в пульте и не открывает периодически, но проблема в том, что машина открывается, а окна не открываются. Это типа я должна вот эту штуку не потерять, да? Да, эту штуку и паспорт, угу. День забега с собой. А, и паспорт с собой тоже, да? Да. Все, знаете, вот такую бумажечку, когда бежишь марафон, наверное, это очень громко. Когда бежишь марафон, дают пакеты, вещи, бутылки. Ты бежишь, либо тебе дают вот. Моя косёночка спит. Вот так вот закутался, да? Малышки. Сонька. Все начиналось так хорошо, и мне казалось, я везде сегодня успеваю, но нет. Я еду сейчас на самокате на Германа с пакетом, с рюкзаком, с сумкой наперевес, в платье, выгляжу как не знаю кто. Бегу за Германом сам, потому что мы опаздываем на футбол. Нет, я решила даже остановиться, показать вам свой внешний вид. Сумка, рюкзак, самокат, пакет из серии вот «Мама, которая все может». Сейчас еще 5 минут пыталась дома разобраться, тут у меня было 5-7 минут. По поводу видео, вы, наверное, заметили, что утром не вышло видео с Лерчик, которое я так анонсировала. Она летела, не успела выложить его сама, поэтому выложила к вечеру. Но я очень надеюсь, очень, что вам понравилось. Напишите ваши впечатления, потому что для меня это был опыт впервые, и я вообще переживала и нервничала. Давай, раздевайся. Нет, мы сейчас не успеем. Я на твоем самокате. Не на электрическом. В каком еще беговеле? Пойдем, скорее вставай на самокат и помчали. Мы с тобой очень опаздываем. Так, веселье продолжается. Мы пришли с Германом. Опа, здравствуйте. Я предлагаю тебе пройти на занятия, только тебе что нужно взять сначала? Твою книжку. Давай. Хорошо позаниматься тебе. Мама! Ну что, на месте мне не сидится.
Пока Герман занимается, я вначале хотела посидеть помонтировать видео, как обычно, но нет. Я пошла, переобулась прям там, в детском клубе, переоделась в туалете и пойду побегаю полчасика. Давай, сражай зрителей своих. Да, мы прям в билетике. А ты у нас театр будешь показывать, ты у нас актер. На мою ладошку все равно. Лист похож у клёна. Осенью. Много. Ар. Хитмана. Осенью оранжевым. А летом был зелёным. А осенью и устала. Ты весь ритм собрал, да. Старался, занимался, да. Я рада. Задувай. Представляете, у меня сегодня села камера. С вчерашнего дня, как поснимала полдня, забыла зарядить. Вот мы дома, наконец-то. Да? Подзарядились немножко. Всем пока! Всем пока! Пока! Встретимся в волшебном мире. Все, сегодняшний влог завершаем. Что? У нас осталось еще с вами 2 дня. Не забывайте смотреть прошлое видео, особенно видео с Лерчем, которое мы снимали. Оно просто вышло очень крутым. Ну да, он тебя целует. Давай, целуй. Мама, будешь целовать?